Привет всем! Как дела у всех вас? Автовокзал. Вот меня уже ребята встретили. Поздоровайтесь. Привет. Здорово. Сколько зим, сколько лет. Да, уже давно не виделись. Стоишь на Олден, как обычно. И... Лестер. Мадовия. Мадовия. Take care of my friend Nicholas, okay? Так что увидимся уже на другой локации. Погнали. Автобусы именно были такими дерзкими, что просто взять и вот так ноги на стекло поставить? Были такими дерзкими вообще, четко. Ну, к тому же, автобус совсем пустой. Я лежу. Автобус двухэтажный. Водители так что не спалят. Так что будем тихо. Ребята, знаете, как круто вот так вот ехать? Вот так вот лежишь и едешь, тебя вот так вот качает. И получается, это идет как колыбельная. Так можно уснуть вообще четко. Ребята, с нашей сегодняшней поездкой нас еще сопровождает дождь. Дождь! Дождь! Я кроссовок намочил. Сегодня такое настроение дождливое. Как там песня? Возвращаемся в автобус. I met her at the club, a friend like me, cause she did it. She noticed a lot of girls giving
up their phone digits. She didn't wanna be one of those hoes in clothes exploiting a body from head to toe. She had glossy lips, she was swaying the hips on the dance floor, and every nigga flashing the grip, trying to impress her in vain. She gave no play, niggas hit her up with numbers and she said no way. I thought to myself, let it go, let it roll on me. But like Smokey said, she really had a hold on me. I couldn't stop staring, I started to fantasize with her. Voices in my head said she's tantalizing ya. Even if I moved to the other side of the party, I had pictures in my head of her moving that body. I was beside myself with hunger pain, so I slowly walked over and I asked her, what's your name? A few moments later. Ой, ребята, я уже задолбался. У меня уже вся спина ноет. Сейчас мы находимся в Курске. Это Курск, вот, посмотрите. Ну, это автовокзал. Сейчас выйдем, посмотрим еще что-то. Но так хочу вам что-то сказать. Мы, ну, мягко едем, круто едем. Фильмец смотрим или сериал. А я музыку слушаю, наслаждаюсь, давно не слышал. Это как колыбельная, я же вам уже говорил, что едешь, звук, чувствуешь колеса, песенка играет и так далее. Сейчас получается 6.40, 18.40. Получается, мы были в Воронеже в 2 часа, потом мы ехали, и вот теперь мы в Курске. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up. Доброе утро, дорогие друзья, наконец-то. Для меня это было тяжело. Чуть-чуть. Ребята, посмотрите, время сейчас 7:33. У нас мы уже подъезжаем к таможне украинской, и скоро уже будем на другой локации. А так, посмотрите, зеленый лес вокруг меня. Неплохо, да? Смотрите, с полночи мы еще ни одну остановку не делали. Спина болит очень жестко. Это просто жесть. Вот вам 24 часа челлендж. Кто силен, а? Жарко как. Все, я в Молдове. Конечно. Наконец-то я приехал. О, а здесь жарко, я вам скажу, однако. И ветер сильный. Так что, ребята, сейчас я быстро заберу вещи и встретимся уже во дворе. Ура, наконец-то я приехал. Только охренеть, как у меня спина затекла. Это просто жесть. Так, стоп. Подождите. Сейчас уже день. Это получается, что я уже выполнил свой челлендж 24 часа в автобусе. И, ребята, я вам даже скажу, я перевыполнил этот челлендж. Получается, в 12 часов дня сегодня 24 часа закончилось, а я приехал в 3 часа дня. Получается, я просидел 26 часов там. Ребята, всем спасибо также за просмотр. Надеюсь, он вам всем понравился. И также я в следующем влоге как раз встречусь со своими друзьями и покажу ихнюю реакцию. Друзья как раз еще не знают, что я приехал. Я сделаю как сюрприз, мазафака. Еще, ребята, не забудьте оставить свои комменты в описании. Посмотрим, как вам понравилось, не понравилось, что я упустил, что надо было рассказать, что надо было показать. Ну, скажите, будет интересно почитать. Также не забывайте ставить лайки, оценивать, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь в мою семью. Будет весело, будем дальше продвигаться, будем улучшать себя, вас, нас, всех и так далее. А с вами был Николас, это было мое путешествие с России в Молдову, потому что я в России задолбался.
Я 9 месяцев там был. Ну ладно. Так что ждите следующий влог, как я встречусь со своими друзьями, которые не знают, что я приехал, и увидим их реакцию. С вами был Николас, то есть Дима. Всем удачи, всем пока.